Ёбаный пиздец. Кто я, блядь? А, это К-700? Да. Так мало моделей, две модели всего. А они дорогие довольно-таки. А, я понял. Давай я на К-700 покатаюсь. Потому что манипулятором я точно не хочу управлять. Такой нахуй не катался еще. Сейчас я отъеду и еще. Приспособа. И защита кабины. Стоба, вот, вот это да. Стоба. Все что ли? Да. Что за приспособа? Ну, задняя, вот приспособа задняя. А ну, блядь! Поднять приспособу, опустить приспособу. Отключился. Нахуй она тогда нужна, смысл? Не, давай, давай. Да вон, берите себе по такой машинке, нормально, у них все, что можно делать. А если чуть тягать, вас буду приспособой. Что мне нужно сделать? Нам нужен лесовоз, нам нужен... Там и лесовоз, и погрузчик в одном лице. Сам лесовоз, и нам нужна цистерна. Ну вон, ну, там же по улучшенному счету без разницы, какие длинные бревна или короткие. Короткие бревна. Может короткие, наверное. Ну вот прицепом может один себе тремкомплект, а второй эту канистру взять. А у меня будет переспособа. Я, короче, автономный лесовой экран взял. А ну вот, да, чтоб себя грузить. Я сам себя грузить могу. Ну да. А, не можешь? Не знаю, проверю. Мне кажется, можешь. Сам себя же грузит. Да, иначе для чего? Фигать, мы и сами друг друга можем, блядь. Ну, сейчас все отправим сами на такие машинки и все. Точка, на точку погрузки, да, едем? Тогда тяни за собой этот ремкомплект. Так, подожди, что мне взять? Ты, тебе понравился манипулятор? Ну да. Хуярь манипулятором. Да просто. О, у меня топлива вообще мало. Топлива мало. На тележках фургон в ней чё? Бедная тележка, а. Какие плохо. Есть платформа с краном просто. А, вот это самопогруз. Стой. Вот, платформа с краном, лес будешь. А есть самопогрузчик. А, ну и у него. Просто, по-моему, у меня можно длинные бревна. Вот, у меня автопогрузчик. Есть еще один. Который возит длинные бревна. Да, это платформа с краном. Позволяет возить груз. Средние бревна. Ладно, похуй. А вот платформа лесовоза. Автономный лесной кран позволяет возить короткие бревна. Понял? То есть ты взял лесовоз, который короткий. Ну, хер, нужно вести 4 бревна. Тебе надо было... Я вот не знаю, как я вдруг... Так, он у нас с Саниным будет. Для начала, я так понимаю, нужно на заправку. А, ну... Карта неизведанная. А, гаражные части еще надо, Вань, блядь. Ну, у меня есть гаражные части. Есть, да? У меня основная грузь гаражные части и сервисная тележка. О. Которая есть типа топляк. А, ну хорошо. Но его на самом деле сколько нету. Гаражных частей? Не знаю, посмотри. Я не помню, я переключил с симулятора на аркаду или нет. Да похуй, если честно.
Пугай, они еще не видели машин. Сейчас они солнце помолятся. Так, а почему я не могу цистерну все ебану? Потому что, наверное, там только сервисная тележка. Нет, потому что надо, наверное, сцепку поставить, да. Понятно, ага. Сцепку же, блять, само она не может поставить, блядь. Нахуй все, тык носом, блядь. Так, куда едем? Ну, давай за нами. И она заправка-то. Ну такая где заправка? Ты знаешь? Да. Не, ну я сначала за вами, наверное. Вот, все вместе на заправку зайдем, пусть ты заправишься. Так. Хватит. Я не уверен, что с полным приводом эта хуета, блядь, доедет. Олег, а ты же без прицепа. Ладно, у тебя полный привод? Я вот что-то не уверен. Нормально, врубаешь пониженную, отрубаешь полный привод. И поехал потихоньку. Блять, я не туда свернул. Ладно, придется разведа. Камера Блеватрон 2000. Да пиздец. Иван Сусанин, ты меня куда-то не туда заводишь. Тебя просто заводит. Тогда я согласен. Да, если постоянно с полным приводом ехать, мы доедем до заправки. Наверное. Это да. Тридцать семь литров, ебать, пиздец, нахуй. О, здорово, пацаны. Ну что, давайте в жесткую сцепку. Воссоединим лошадиные силы наших двигателей. Да, согласен. Ты самый скоростной, что ли? А, это ты где бегемотик изображал? Переправа. Так, ну... за переправой получается заправка, правильно? Нам надо налево. На этом. Блять, нет, я за бензином поехал, 141 литр. Вы давайте на лесопилку налево, а я? Ну, тоже надо за бензином. Я вам привезу бензин. У меня маленькая едьте, канистрочка. Едьте на лесопилку, грузите, я пока это... Канистрочка. Да-да, кстати, такой нах, такая машина, блядь, они канистрочки, блядь, не куда-то с собой. Ага, ну да, ребята. Очень смешно, блядь. Топливо, блядь, уходит нахуй, как горячие пирожки, блядь.
Да ты лезешь поперёк батьки. Где? Ебать, я чуть не обосрался нахуй. Скажи, не надо эмоции выражать. Едешь спокойно, рыбки тебя зачнут покушать. Да тут ебать нахуй. Рок, блять. Так, надо вправе, значит, забирать. Проезжай у него, проезжай. Ебать, просто 100 литров осталось нам. Просто, ебать, 100 литров. Что, блять, как ты так столько жрёшь много? Че, Серег? Как там тебе в одиночку? Не страшно? Только от ачивки обосрался, блядь, а так нормально. Ну хорошо, мы тут заправились, по самое не хочу. Там заправка есть, да? Да. Охуенно. Ладно. По раму поеду. Как на килограмму? Сейчас я груженный, панек будет груженный. На заправку уже поеду, раз я на это. Ну, за какую-нибудь точку я еду. Я уже обратно не доеду, мне бить. Хотя вот... Нет. На лысой резине погрузчик доступен. Так, где я, блять? Нахуй. Дают сюда заехать, блядь. Нормально. Здесь же вулкан, ебать, да? Да. Сука, блядь, а вот и дорога на него. На, короче, блядь. Попробую до заправки, ебать, доехать. Блядь, 105 литров, нахуй. Ай, ебануться, нахуй. Я почему-то за этой пеленой не видел, что там заправка есть. Может, было открыли, написано? Открыли точку, и там была, появилась заправка. А, ну заебись. Ладно. На пилораме есть, интересно, заправка, блядь? Это единственный шанс. Не, ладно, до пилорамы доеду, блять. Вдруг там заправка, сука. Нахуй встану где-нибудь. Я не достаю, походу. Ну давай, Ваниш, давай, сам себе. Там вся лапа? А, да. Ну, с, не, с полными бимбаками, я думаю, вы доедете спокойно на двора. Ну, опускай. Понаблюдаем. Микрофон включен. Ага. Ой, нет. Окей. Ладно, чё? Где отворотка-поворотка на правку, блядь? Ладно, блядь, нормально, нахуй. Лесоповал, блядь, вон еще один лесоповал, ебанулся, нахуй. Могу с пилорамой, блядь, в гараж ебануть? Точно, вообще замечательно.
Ну, понижайки, конечно, блядь, на 10 литров больше расходят. Ладно, это. Бать, вот Титаник нахуй неповоротливый, пиздец. Что получается грузить? Удобно. Ну ты засмотри, зацени, как я гружу. А, можно по несколько даже брать? Это маленькие бревна. Так. 3 200 литров, нормально. У меня 130 литров. Ну, заправишься на этом. Так, поедем. А сколько бревен-то надо загрузить? Вано. По идее нужно 8. Но. Сейчас ты попробуй их собрать в кучу, посмотри, сколько она тебе сплюсует. О, тут еще один лесовоз. Ну да, такой лысенький. Вау. Куда ты поехал? Она... Ты на бревна нажми, где там зеленые кружочки должны быть. Зеленые кружочки у меня. Ну, нажми на зеленый кружочек. Сколько сплюсовало? 2 очка загрузки. Сколько? 2 очка загрузки. Вот. Как бы, ну тот он 2 брена привезет сейчас. Хуёво. Это 2 из 8, да? Будь он с прицепом, у него, наверное, чуточку больше было. Тоже верно. Было бы, наверное, 4. Хуёвая хуйня. То есть самопогрузчик это так себе. Тема. Как это все теперь? Смотри, ты можешь портануться на базу, взять удлиненный без самопогрузчика. И вот этим погрузчиком погрузить. Который да. Здесь вот стоит. Кстати, да. Кто знал, что он здесь стоит, блять? Никто. Я не знал. А гараж, да? Да. Вань, тыкни на меня ремонтом, пожалуйста. Я 90 очков. 90 очков чего? Ну, урона. Хотя, можно, пока не надо. Пока не хлопаешь. Да. Это которая К710, К700, да? Нет, на сам гараж. Я тогда весь груз потеряю. А,
большого толку от двух груза нету. Но он может довести сейчас, а потом портнуться на это. Куда? На... Раз уж погрузил, блядь. И заправься и едь в один конец. А оттуда с пилорамы можешь портануться. Потому что я так и сделал. С пилорамы можно портоваться. На гараж. А мы здесь тогда что ждем? Микрофон заправь меня. Так вон заправка, съездит до заправки. Ты меня заправить не можешь, что ли? Мне просто далеко ехать потом. С это, с цистерной, блядь. Разворачиваться. Где? Давай. Сейчас заправим. А ты сзади. Цеп цистерна. Дальта 1 литр топлива. Все? Да, спасибо. 1 литр? Микрофон не за что. Микрофон включен. Дали это 13 литров топ. Что? Сколько там в цистерне? 300 в Ра почему-то. Микрофон выключен. У тебя 4 очка, да, Вань, гаража с собой? Да. Ты можешь, в принципе, вести. Хотя ладно, вести уж. А, ну да, у тебя же это. И у тебя есть своя цистерна. У меня есть маленькая своя цистерна. А, ну... Литров на 400. Нормально. Так, верхняя, а левая, это получается какая передача? Пониженная. А средняя левая? Средняя левая? Понял. Первая, вторая. За правая верхняя. Правая верхняя это автомат. Он сам переключает, когда на первую автоматика. А верхняя левая, это, наверное, получается автомат понижайка. Нет, ты когда переключаешься на нее, а движок начинает глохнуть, если ты стоишь. Ну, если ты стоишь, да. А если ты не стоишь, она заебись хуярит, но и расход это увеличивается на. Спасибо за
колеса выебать. Туда бы прицеп нахуй, ебать, цепануть и длинных бревен. Не цепляется. Не цепляется, то есть там вот эта вот штуковина и каркас на кабину, и все. Больше туда ничего не цепляется. Либо недоделано, либо так задумано. Неизвестно. Мифические здесь леса, все светится люминофорами.
То есть это нужен платформа с краном и прицеп распуск. Для чего? Приятного аппетита. Для того, чтобы помещались большие бревна. А их нужно 8. А на нем загрузит себя только 4. Мне взять этот еще один. А, ну Ванек отвез, вот 2 из 8, смотри. Ну еще нужно 6. Что ты хочешь, нужно... чтобы я взял? А, Ваня. Платформа с краном и прицеп. Прицеп распуск. Тогда у тебя будет 4. Платформа лесовоза. Платформа с краном. Нет у меня платформы с краном. А, платформа с краном. Все вижу. Вот. Средние бревна и. Ну, чтобы у тебя помещались не средние, а длинные бревна. Платформа, распуск. Или как-то так, рецепт распуск. Средние бревна. Ну там не средние, там длинные поместятся. Бать. А че он такой поврежденный, этот Урал? Он, у него аж хлопает, блядь. Ладно, может, смогу довести на нем. Ну смотри, любая техника, которую ты берешь, она только твоя, никто другой на ней ездить не смог. Не, это, видимо, этот Урал, который, блядь, стоял здесь на лесопилке, и он, естественно, был не. Он, наверное, бросили как ненужный груз. По-моему, все многие машины, которые находишь. Ну, там на заправке есть еще такая же, вот как у нас машинка на D. На заправке в центре практически. А, как у нас? Да. Да, где ты? А, во, вращение хвата, нихуй. Среднее, да, я могу брать? Я так понял, там точка привязки. И... В зависимости от того, сколько точек привязок, может, можно мелкими нагрузить нужное количество. Хотя, скорее всего, нет, на любом случае везет только 4. Хотя посветить нормально. Хуя, это так точно надо его взять. А? Да. Понос. Звуки летнего леса. Хлопает из глушителя, чё ты хочешь, блядь? Чё-то ты там, по-моему, переоценил свои возможности. Так, я же взял среднее вроде. Большое, что ли, взял? Вы не создавайте. Ладно. Много бревен, потом пизда. Выкинуть смогу, нахуй. Неудобно. А-а-а, подожди. А так вот он на лесопилке выкинуть нахуй. Распустить на пучки, на спички порубить. Не, Ванёк, брёвна, которые чужие, ты их брать не сможешь. Вот именно, но я их вижу. Ты их видишь беленькими. А свои чёрненькими. Нет, это так не работает, блядь. Правильно. Возьми бревно и скинь себе на кабину. Микрофон включен. Так, и что надо сделать?
точечки были зелеными обе, да? Ага, одна только зеленая. Что дальше? Вот оно зеленое, да? Микрофон. Ну, в чем проблема? Нажимай, она тебе скажет, что чая не хватает. Чаю, блинов, работников. Отпусти ты нахуй. Ебать, я чуть не переебашила, блядь. Да, блядь. Это зелененькое, не трогай ты это, блядь. Иван на подъезде. Он большими грузит или нет? А он будет грузить, да, большими. А, ну тогда нахуй. Побалуй, давай, давай. Потом побалуйся. Сюда. Хлопушка, блядь. Где-то прицеп потерял. Фотку, блядь, бревен съел, нахуй, а вы там все еще ебетесь. Ну такое. Неуютно себя чувствуем, когда нас смотрят. Да. Бывает. Прошел день. Работники второй раз в неделю приходят на работу, блять. Просто так. Ванек. А. Не разведано. А чё ж ты рядом с заправкой был, не разведал там территорию? Я так обрадовался, что там есть машинка, и улетел на ней. Сука, блядь. Красава. Сидишь тут, носу ковыряешь, цистерну где-то продал, пропил. Нормальная цистерна, вот она. Ты не видишь её? Ну, если бы я видел всю технику, которая брошена. Но... Нет, она не брошена, она здесь. Но я твою технику не вижу. То есть то, что ты отцепил, все это отцеплено. О, ты у меня появился, ебать. Да ладно. Теперь видишь? Батька в здании. Да ладно. Давай, приехал. Грузись. Только ровненько вставай, а то не засчитают. А, ну это ему один раз сейчас ходку сделать. Почему? Он заберет 4. 4? Да. Бля, ну тогда я на Урал пойду. Я погружусь. Правильно? Если уж что, я его с дороги починю. Заправлю. 400 литров у меня на вас двоих есть. О, так. Почини меня тогда, Вань. Вот этот мне Урал починят. Хлопает, блядь. В ладоши, нахуй. Могу ли я на нем переплыть, блядь? Чё, меня прицепится лучше? Ну, спасибо. Чё? Ты понимаешь, что ты съел практически все сервисные очки? Роста требует жертв, блядь. Их осталось 137.
Нормально, хватит. Бля, я не знаю, я на этом, наверное, не переплыву, бля. Перенесем. Вы подцепите меня. Поехать. О! Два бревна зеленых. Еее! Так. Развернуть опоры, развернуть опоры. Пустить. Вот. Че, у меня 62 подхода будешь разворачиваться? Ну, сука, с этим прицелом ебаным. Так ты просто круг большой, да, и вытянется прицел. Прицеп. Понял, ну-ка. Бревно у меня начало. Во-во-во-во. Стало. Маленькие бревна грузишь. Куда он все большие запихает? Нет, запихать-то он всех запихает, так потом торчать будут. Тебе нужны большие. Я так схуяри большие, ебать, я средними забьюсь. Ты думаешь, большие нормально будут? Ну, а в прошлый раз как я возил? А, не, да, у тебя действительно, тебе походу средние. У тебя аж одна цепь это. Одна только на прицепе. Да, у прицепа своя жизнь, он колесом крутит. Он без тебя едет. Иди к огонь, ехай отсюда. Я готов, нахуй. Сейчас ваняк догрузится и поедем. Заправить. Кого еще заправить? Кого? Все. Ваньок, тебя заправить, не? Да, вроде не надо. Ну, солнцеправка рядом. Так, все равно я на ней не поеду. И классно вот это вот все работает, да? Так, я думаю, все-таки среднее время. А прицеп где-нибудь стоит. А, да, кстати. Сережа, ты преграждаешь мне прекрасный вид на работающего человека. Правда так говорит. Ярит, блядь. Прикольно, блядь. Это типа это, фермера, блядь. Так. Нихуя! Что там ебать это? Ветрогенератор, блядь. О. Блядь, такое. А, блядь.
пошла в вакханалия. А сколько надо таких погрузить? 4? 4. Или 3. Погрузи 3, а очка дают, по-моему, 4. Птички поют, блин. Ну да, тут не только птички поют. Блин. Понятно, ты бы уже соединял их. Подожди, он пока полную охапку не наберется, он лично. А, говорит, прицеп неправильно стоит. Вот теперь выпрямляй прицеп. А есть еще, кроме того, что, блядь, дерево возить нахуй? Ну, нет. Я не уверен, Ваня, что ты дотянешься. Чтобы сзади это дерево подтолкнуть. Сидушка так все странно нагинается. Чтоб ты выпал, блять, я бревно нахуй. Thank you.
Ваня, ты пизди у него, блять, врёт на нас. Не-не, тебе надо лебедкой просто подцепить в жопу. Или так. Ваня, что ты делаешь? Все хорошо? Пробуй меня, пожалуйста. То есть я получил 420 урона. И ты недоволен. 400? 20. За таран. Мог столько получить, у него, наверное, был такой. Не, у него ноль был. Я даже знаю, Олег, какая будет следующая глава в твоем РПГ. О, готово. Все? Ура! 4 очка загрузки. Хорошо. Поехали. Так. Ну, давай, за кем я еду? Давайте я первый поеду. Едь теперь. Как он судорожно рукой нажимает. Нервный парень. Куда мы тут дальше едем? А, налево. Через воду. Картошка растет. Я вот не сильно тенис. Понятно, вообще медленный. Так Ваник тоже медленный. Я вот 23 еду, и то с горки. Ты привод полный врубай, Ванёк. Полный? Не, не ты.